Меня зовут Антонина, приветствую вас на канале «Дачный сезон. Круглый год». Многие мои подписчики знают, что я занимаюсь продажей пищевого яйца своим заказчикам. И иногда задают мне вопросы, различные вопросы по яйцу. В чем его питательность, какой должен быть вес яйца, почему иногда вокруг желтка зеленая оболочка, вокруг сваренного желтка и подобные вопросы. Сегодня хочу ответить на несколько таких похожих вопросов. Итак, начнем. Вопрос первый. Какая польза от куриных яиц? Хочу сказать, что яйцо содержит все питательные вещества, необходимые для нормальной жизнедеятельности организма человека. Это незаменимый продукт питания, который стоит сравнительно недорого и к тому же быстро готовится. Яйца считаются ценным источником белка. В одном яйце содержится где-то 15% от суточной нормы потребления белка человека. Кроме белка, в яйце курином имеются легко усвояемые жиры. Интересно то, что яйца – это единственный продукт, который усваивается на 97-98%. Так сказать, безотходное производство. По питательной ценности одно куриное яйцо равноценно 200 миллилитров молока или 50 грамм мяса. К тому же яйца низкокалорийны, и их можно употреблять при спортивной диете и низкокалорийной диете. Одно среднее яйцо в среднем содержит около 70-80 килокалорий. Кроме белка, жиров, куриные яйца богаты витаминами, минералами и микроэлементами. В яйцах есть витамины А, Д, Е, H, К, ПП, витамины группы В. У них только нет витамина С. По минералам яйцо содержит фосфор, хлор, серу, калий, натрий, кальций, магний, железо, цинк, медь, фтор, марганец, йод. Мы не будем сейчас спорить о важности фосфора, например, для организма человека, кальция, железа, магния и других перечисленных выше мною минералов. К тому же яйца являются ценным источником фолиевой кислоты, которая содержится в яичных желтках. Фолиевая кислота – это витамин В9. Нормализует работу кровеносной системы, поддерживает иммунную систему. Также в яйце есть биотин, это витамин H. Это довольно редкий витамин. Он входит в состав ферментов, регулирующих белковый и жировой обмен в организме. Он улучшает состояние кожи, волос и ногтей. В яйце также есть холин, это витамин В4, который препятствует образованию жиров в печени, снижает уровень холестерина и активизирует работу мозга и улучшает память. Представьте, сколько пользы от куриных яиц. Я думаю, этот вопрос мы рассмотрели. Вопрос второй. Некоторое время назад довольно много писали в прессе информации, что яйца нежелательно есть из-за наличия холестерина в них, который вреден для организма человека. Правда ли это? Отвечаю. Раньше рекомендовалось ограничивать количество потребляемых яиц из-за наличия в них холестерина. Но после многочисленных исследований все-таки выяснили, что главной причиной повышения уровня холестерина в крови человека является употребление продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров, в основном мяса и молочных продуктов. Яйца же содержат сравнительно немного насыщенных жиров, а в яичном желтке есть больше полезных жиров, которые помогают клеткам правильно функционировать.
А если какой-то вред там и есть незначительный из-за наличия жира в яйце, то это компенсируется полезными веществами, которые препятствуют усвоению организмом холестерина и способствуют его выведению. Вот холин, о котором я говорила выше, это витамин В4, снижает содержание холестерина в крови и препятствует отложению холестерина на стенках кровеносных сосудов. Так что сейчас мы уже вступили в новый период, где всесторонне одобряют ежедневное употребление куриных яиц в питание человека. Следующий вопрос. Сколько яиц можно съедать за один день или за неделю? Очень часто задаваемый вопрос, потому что годами нас предупреждали о необходимости есть меньше яиц. Считалось, что белок безвредный, а желток рекомендовали ограничивать и советовали использовать в питании не больше 2-6 яиц в неделю. После многочисленных научных исследований был сделан вывод американскими учеными, голландскими учеными, что употребление 3 куриных яиц в день абсолютно безопасно для здоровых людей. Спокойно употребляйте 3 куриных яйца в день, и это будет абсолютно безопасно. Но хочу сказать, что яйца-то не все одинаковые. Все-таки вот ученые рекомендуют все-таки больше кушать домашние яйца или яйца от кур, которые выращиваются экологически чисто. Сейчас очень большое распространение, особенно в Европе, в Америке, получают птицефермы, они даже перевозные, на колесах такие, целые, где куры гуляют на полях и несут яйца. Вот это яйца действительно экологически чистые и очень полезные для здоровья. А яйца от кур, которые содержатся в клетках, в закрытых помещениях, мы понимаем, в каких условиях курица росла более здорово. То ли комбикорм с утра до вечера, то ли она и букашку какую-то съест, и червячка какого-то, и свежим воздухом подышит. Поэтому все-таки домашние яйца предпочтительнее. И еще по поводу количества яиц в день. Есть некоторые люди пишут, что вот есть и по 20 яиц в день употребляют, и живут уже 80 чем-то лет, и хорошо себя чувствуют. И по 6 яиц в день съедают, и тоже прекрасно себя чувствуют. Ну, это можно сказать, что это индивидуально. Но вреда от куриных яиц нет никакого. Что хочу интересного сказать на эту тему, что Япония считается мировым лидером по потреблению куриных яиц на душу населения. И вот параллели вам вывожу, что в Японии проживает рекордное количество долгожителей и самый низкий там уровень сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому я считаю, и многие ученые считают, вот это ранее популярное предубеждение о вреде яиц из-за содержания в них холестерина, давно уже этот вопрос снят.